На ярмарке всегда собиралась самая благодарная публика. Ну чем удивишь? Ну чем удивишь Нижегородскую ярмарку? Здесь пели Федор Иванович Шаляпин, Леонид Собинов. Скрывался от преследователей в торговых рядах Яков Свердлов. Выходил в люди Максим Горький. Здесь каждый сезон выступали лучшие драматические российские труппы. Сам Константин Сергеевич Алексеев торговал здесь лучшей по тем временам проволокой, золотой и серебряной нитями. Мы знаем его под псевдонимом Станиславский. Ну, конечно. А Никита Михалков снимал тут в двух шагах недалеко свой знаменитый фильм «Утомленный солнцем», удостоенный американского Оскара. Короче, здесь никого ничем и никем не удивишь. А публика, тем не менее, каждого нашего гостя встречает с такой теплотой, с таким радушием. Впрочем, это не удивительно. Ярмарка – это общий праздник, и каждый здесь самый желанный гость. Трио «Меридиан». Ты ждешь ли завета от друга привета, и не спишь до рассвета, все грустишь обо мне. Одержим победу, к тебе я приеду на горячем боевом коне. Одержим победу, к тебе я приеду на горячем боевом коне. Приедешь весною, ворота открою, ты со мной, я с тобою, неразлучный навек. В тоске и тревоге не стой на пороге, я вернусь, когда растает снег. Тоске и тревоге не стой на пороге, я вернусь, когда растает снег. Моя дорогая, я жду и мечтаю, улыбнись, повстречая, был я храбрым в бою. Эх, как бы дожить бы, до свадьбы женить бы и обнять любимую свою. Эх, как бы дожить бы, до свадьбы женитьбы и обнять любимую свою. Эх, как бы дожить бы, до свадьбы женитьбы и обнять любимую свою. Эх, как бы дожить бы, до свадьбы женитьбы и обнять любимую свою. Ни одна ярмарка не обходилась без цирка. А лучшим из них был цирк Никитиных, первый отечественный цирк. До него эта область искусства заполнялась иностранцами. Ну а нашим артистам цирка оставалось лишь участвовать в балаганах.